Всем знакам зодиака звезды советуют 28 октября обратить внимание на свое здоровье. Свежий воздух поможет восстановить душевное равновесие. Овны, в течение всего дня вы будете чувствовать расслабленность и некоторую лень, когда ничего не хочется решать и брать ответственность на себя. Не стоит напрягаться, но и полностью игнорировать текущие дела также нежелательно. Близкие на вас рассчитывают. Тельцы, новым днем вы будете способны блеснуть в обществе, стать центром любой компании. Будьте готовы принимать заслуженные комплименты и даже лесть от окружающих. Подберите подходящий наряд для выхода в свет, дорогой и яркий. Близнецы, при решении рабочих вопросов 28 октября вы проявите неординарный подход и изобретательность. Благоприятное время для романтических свиданий. Не скрывайте своих чувств и сделайте приятный сюрприз своему избраннику или избраннице. Раки, вы почувствуете прилив оптимизма и хорошего настроения 28 октября. Ваш близкий человек будет поддерживать и придавать сил в повседневных делах. Не отстраняйтесь и уделите время своим личным отношениям и чувствам. Львы, старайтесь сохранить позитивный настрой и не дайте ревности испортить ваш день. Не стоит обвинять в неудачах своих коллег или деловых партнеров. Новости, которые вы узнаете, могут изменить вашу семейную жизнь. Девы, вам необходимо сконцентрироваться на главной цели и идти к ней, несмотря на сложности и препятствия. Проявите больше активности, пересильте свою осторожность, и вы получите результат, к которому стремитесь. Не бойтесь разрушить старые бесполезные связи. Весы, наступает хорошее время для переоценки своих творческих способностей и преобразования жизненной энергии. Ищите новые пути и способы для самовыражения и применения своих талантов. Скорпионы, 28 октября вам надо быть очень внимательным к тому, что говорите окружающим. Ваши слова будут иметь большую силу. Не произносите грубости или ругательства, тем более не лгите. Возможны сложные ситуации, когда нужно будет быстро принимать решения. Стрельцы, постарайтесь замечать все, что происходит вокруг вас, и будьте в курсе событий. Трезво оцените свои возможности и не берите на себя больше, чем вы сможете сделать. Не дайте использовать себя или свои связи корыстным людям. Козероги, 28 октября перед вами могут открыться новые пути или способы самовыражения. Обратите внимание на отношения со своим партнером. Возможно, стоит позаботиться об их развитии или стабильности. Ищите возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Водолеи, ваш новый день подходит для спортивных соревнований или тренировок. Вы можете продемонстрировать окружающим свою хорошую физическую форму и реакцию. День, проведенный на свежем воздухе, добавит вам энергии и хорошего настроения. Рыба, возможно, обострится ваше стремление к независимости и к изменению некоторых аспектов личной жизни, но будьте готовы к неожиданным препятствиям на этом пути. Отложите некоторую сумму на непредвиденные расходы. Для всех знаков зодиака наступает период активных и смелых действий. Нужно менять место жительства, благоприятное время и для поиска новой работы. Звезды знают, что говорят.